Указом главы государства Мухтар Кул-Мухаммед назначен советником президента, а пост министра культуры доверен Арыстанбеку Мухаммедиулы, который ранее возглавлял Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова. Нового главу культурного ведомства коллективу сегодня представил премьер-министр страны Серик Ахметов. Глава государства ему доверяет очень серьезный, ответственный участок работы. Вы знаете, что наш президент большое внимание уделяет нашей многонациональной культуре, укреплению толерантности, межнационального согласия. И министерство ведет в этом направлении очень большую работу. Поэтому я хотел бы сейчас пожелать новому министру, с учетом разработки новой концепции культурной политики, успеха в работе. В первую очередь я хотел бы поблагодарить главу государства за оказываемое мне высокое доверие. На протяжении последних лет мне поручались ответственные посты. Также добавлю, перед страной, перед государством и перед культурой всегда встают новые и новые задачи. И решать их должны талантливые государственные менеджеры. В этой связи желаю Арыстанбеку Мухаммедиулы удачи в работе.